Друзья, всем привет! У нас сегодня ночью пошел первый снег. Сегодня вот такое вот обалденно красивое снежно-морозное утро на Северском Донце. Приехал я на яму возле переката. Я здесь ловил уже не один раз. Также приезжал на сам перекат на щуку. Пока у меня пикерных удилищ нету. Буду сегодня ловить на два своих спиннинга ультралайт. А также вот такие вот маленькие кормушки буду ставить по 28 грамм. И третью удочку хочу забросить подальше в сам перекат. Попробовать на кукурузу половить головня. Спустился вниз, немного почистил место, установил рожки, поставил сидушку, подсобрал уже все три удочки, также обработал шнуры вот таким вот детским маслом. Ну, конечно, это надо было сделать с вечера. Ну, ладно, я думаю, сегодня мороз будет небольшой, шнур обмерзать сильно не будет. Сейчас сделаю прикормку и буду уже начинать ловить. Так, на прикормку у нас сегодня будет, отварил, я думаю, перловки. Немного. И также добавлю сюда вот такой вот прикормки, фидер, пружина. Ну, потому что у нас зимних прикормок в магазин еще не завезли. Какая есть, такая есть. У нас так всегда. Зима приходит, а еще в магазине нету ни мормышек, нету ни прикормок зимних. Хорошо, хоть мотыли завезли. Много делать не буду, кормушечки маленькие, так что думаю, пойдет. Сейчас это дело совсем немножко увлажним, чтобы она не замерзала, прикормка. За ночь в машине была бутылка, и то замерзла. Думаю, сойдет. Как раз хорошо перловка будет на дно ложиться, будет крупная такая привлекать рыбу, и остальное будет парить. На крючок буду вешать на головня, как я уже говорил, кукуруза. Также купил мотылька. Есть у меня здесь перловка с панировочными сухарями и полная баночка
парика. Ну все, ребята, сейчас беру ведро, удочки, спускаюсь вниз. Сначала, наверное, заброшу на кукурузу на головня, а потом уже будем ловить на кормушке. Так, самое главное, отсюда не упасть в воду. Сапоги скользкие, подошва уже старая. Это будет у нас на головня. Ну, эти уже буду бросать здесь. И раз, и два. Так, что нам надо? Нам надо достать один бубенчик. Так, вот раз. Кукурузка. Где наша кукурузка? Кукурузка. Конечно, если на кукурузу не заколупает бычок, постараюсь бросить подальше на течение. Ну а там посмотрим. Так, кукурузка, кукурузка. Пробуем. Раз, два, три, четыре, еще одной, даже еще можно, так вот, пять, мы попробуем прикрыть, вот так вот, шесть штучек влезло, все, можно забрасывать. Походу как зацепился и оторвал крючок. Ёлки-палки, вот эта рыбалка началась. А не, оторвать не оторвал, но груз съехал. И кукуруза вся спала. Ну ничего, бывает, не без этого. Как это на рыбалке ничего не оторвать? Ах, даже повторим попытку. Не знаю, что за кукуруза. Я еще ни разу такой не пробовал. Какая была в магазине, такую и взял. Конечно, много поломанных зерен. Ничего страшного. Ну все, пускай стоит так. Так, что у нас здесь? С чего мы начнем? Начнем мы, наверное, с опарика и перловки. А там уже поглядим на мотыля. А то мне кажется, что на мотыля точно бычок будет клевать. Поставил поводок 0,10, тоненький. Раз опарик, два опарик, наверное, еще третьего повешаю.
ощущение. Вот так. Сейчас его в саму яму занесет. О, все. Лягло. Так. Так. И вторую удочку закинем на перловку. Возьмем одну перловинку, крючок маленький, одной будет вполне достаточно, только другую-то разлезлась. Так, так же самое подобьем кормушку. Ребята, вроде тут уже что-то подергивают. О, на перловку. Ну, на перловку это может быть плотва. Я недавно выезжал, тогда не снимал видео. Ну, на перловку и шла одна плотва в основном. Не, рано. Надо еще было подождать. Так. Что у нас там так долбит на опарыше? Смотрите, что творит. Это, возможно, конечно, и сибирь. Вот сейчас перезакину. А там будем смотреть уже. О, хорошая была поклевка. Так всегда возьмешь удочку в руки, что-то делаешь, и тогда начинает клевать. О, хорошая клюет. Что-то там такое. Закинул и клевать перестала. Ну ладно, ребята, как только что-нибудь поймаю первую рыбку, сразу же покажу вам. Сейчас, наверное, бахну горячего чайку. И вот, ребята, первая рыбка за сегодня. Вот такая вот плотвичка взяла на опарика. Ну, начало есть. Даже еще не успел попить чаю. Хорошо клюнуло. Вот такая вот плотвичка снежным утром на Северском Донце. Так, ладно, еще раз перезакинул.
надо все-таки чаю выпить. На перловку тишина, на опарика что-то проклевывает. Кукуруза покамись тоже молчит. Ну, давайте, ребята, за рыбалочку, за вас. Не болейте. Ой, хорошо. Вот на парика клюнула вот такая вот красноперка. Большая пойдет. Ребята, была поклевка на перловку. И вот такой вот карасик. Клюнул на перловку. Значит, карасик на яме есть. Это хорошо. Будем надеяться, что он здесь был не один. Поклевки были вообще такие слабые. Я даже не подумал бы, что это карасик клюет. Прошло уже полтора часа после того, как я приехал. Минут 40, наверное, пока я шел снег, поклевало и затем перестало. Я уже хорошо подзакормил, подошел один себель, клюет на все, на кукурузу, на пенотесто, на опарыши, на перловку. Не знаю, еще час, наверное, посижу, если нормальных поклевок не будет, перееду немного выше, там знаю одно место, попробую там. Может, конечно, из-за того, что снег перестал идти, давление или упало, или поднялось, и рыба клевать перестала. Решил я все-таки, ребята, поменять место. Я здесь уже когда-то ловил. Здесь остров, два переката, и между ними есть небольшая ямка. В прошлый раз я неплохо подловил плотвы, густеры. Видео снимал, но из-за снова китайского микрофона пришлось все видео забраковать. Сейчас здесь немножко посижу, но если клевать не будет, поеду домой. Че его сидеть, мерзнуть, если рыба врать не хочет. Ну, сейчас посмотрим. Может, с часик здесь посижу. Ну вот и все, ребята. Я думаю, пора уже собираться ехать домой. Просидел я еще час, не было вообще ни одной поклевки. С утра немножко поклевало, пока я шел снег, затем перестало вообще. Видимо, погода меняется, давление скачет. Напишите в комментариях, может, где кто был, на что ловил. Я думаю, что, наверное, надо ждать уже первый лед. У нас тут были заморозки, сейчас небольшое потепление. Но будем надеяться, в скором будущем уже выйдем на зимнюю рыбалку. Поймал я сегодня одного карасика, одну плотвичку и одну красноперку. Я отпущу, брать не буду, рыба живая. Так что, ребята, погулял я по Донцам, отдохнул, подышал свежим воздухом. Вообще красивые такие зимние пейзажи Северского Донца. Все, ребята, всем пока. Я думаю, скоро еще увидимся.